Давайте все закроем глаза. Мы не будем смотреть по сторонам, а просто сосредоточим наше внимание на Нем. Дух Святой, мы приглашаем Тебя на это место. Мы хотим встречи с Тобой, Господь. Мы пришли сюда, Господь, чтобы встретиться с Тобой. О, Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Мы приглашаем Тебя на это место. Мы пришли, чтобы поклониться Тебе. Мы пришли, чтобы спеть Тебе, Господь. О, поклоняемся Тебе. Давайте свои слова. Поклоняемся Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, наш Господь. Поклоняемся Тебе, Иисус. Поклоняемся Иисус.
знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Этот есть Бог, истинный и жизнь вечная. Аллилуйя! Иисус, как истинный свет, который просвещает всякого человека, пришел в этот мир, чтобы просветить нас познанием славы в лице Иисуса Христа. И Слово Божие говорит, что Он дал нам свет и разум. Мы блуждали во тьме, мы не знали пути. Наш разум был порабощен в суете, но пришел Иисус в нашу жизнь и дал нам свет и разум. И Слово Божие говорит, что мы имеем ум Христов. Слово Божие говорит, что заключу с ними новый завет и вложу законы мои в мысли их и на сердцах их напишу их. Аллилуйя! Сегодня Бог обновил твой разум. Сегодня Бог вложил в тебя свой ум, чтобы сегодня мы мыслили Его путями, чтобы мы сегодня своим сердцем прославляли Его, носили Его законы в своих сердцах. Аллилуйя! И Слово Божие говорит, этот есть Бог и жизнь вечная. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Аллилуйя! Мы сегодня служим Богу, и мы не просто служим и не знаем, является ли Он истинным Богом, или же одним из других, из разных богов, но мы точно знаем, что мы служим единому и истинному Богу. И в нашем сердце нет сомнения, и нам не нужно доказывать и объяснять. Мы знаем, в кого мы уверовали. Аллилуйя! Потому что Бог просветил наши сердца своим светом. И сегодня просто цени этим. Сегодня дорожи этим. Сегодня пусть твой разум воистину будет принадлежать Ему. Пусть сегодня твой разум и твое сердце, оно будет сердцем поклонника, сердцем поклоняющимся Ему. Пусть сегодня разум твой будет освященным Духом Святым, поклоняющимся Ему, осознавающим Его присутствие, предстоящим пред Его престолом, стоящим в Его славе и поклоняющимся Ему. Аллилуйя! О, Господь, мы благодарим Тебя за то, что однажды мы познали Тебя, живого и истинного Бога. И сегодня здесь, на этом месте, мы хотим поклониться Тебе. Мы хотим поклониться Тебе, потому что Ты однажды взял нас за руку, вывел из царства тьмы и вел в царство света, в царство возлюбленного Сына Своего. О, Господь, и в этом царстве мы хотим пребывать сегодня, зная Тебя, живого, истинного Бога. И в этом царстве мы хотим поклоняться Тебе. О, Господь, и в этом царстве мы хотим пребывать. Аллилуйя! Потому что Твое царство внутри нас есть. Твое царство внутри нас есть. И пусть сегодня это царство, оно будет на этом месте. В явлении силы, в явлении духа, в явлении славы Твоей, Господь. Аллилуйя! О, наполни Твоим помазанием церковь Твою сегодня. О, Господь, помажь! Вожги Твой огонь, огонь Святого Духа. О, Господь, пусть наши сердца горят для Тебя, принадлежат Тебе всецело, без остатка. О, Господь, пусть наш разум будет посвящен Тебе. Да, Господь, очищай нас, Господь, наполняй нас. Мы открываем для Тебя наше сердце. Мы, Господь, хотим стоять у трона Твоего и поклоняться Тебе во славе Твоей, в присутствии Твоем, Господь. Мы жаждем Тебя. Я ожидаю
Потекут сегодня на этом месте. О, Дух Святой, производи Твое очищение, производи Твою работу в наших сердцах. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Еще будем петь. Дух Святой, открывай свое сердце. Открывай дух твой Святой, дух. Позволь ему наполнить тебя. Позволь ему проговорить к тебе. Будем поклоняться в духе сейчас. Будем молиться на языках. Куда мы все обремесева лава самаши брея лава сандава лабриви дивини. Примуси брея лава сандава лабриви дивини.
Give myself away.